Ну что ж, под традиционную для многих чеченских спортсменов музыку выходит представитель Красного Угла. Несмотря на то, что он является представителем Республики Казахстан, судя по всему, он является этническим чеченцем, которых в Казахстане очень много. Ну, исторически так сложилось. Буквально недавно, как раз виделись вчера в Грозном, даже точнее в Толстой юрте, с одним из самых известных, возможно, казахстанских чеченцев, с Магомедом Сулеймановым. Собственно, наверное, самым титулованным представителем казахского ММА, потому что многократно он был победителем, призером крупнейших соревнований, чемпионов мира, чемпионов Азии. Добрейший души человек. Так что, дорогие друзья, ему от меня, хотя вчера видел его лично, пламенный привет. Ну и, собственно, представитель России, славный своими бойцовскими традициями. Ой-ой-ой-ой, традициями Республики Дагестан. Сейчас показываю, почему Дагестан так славится. Вот, обратите внимание, одно хорошее, жесткое, точное попадание. И вот уже в первом раунде мы видим досрочное завершение. Судя по всему, есть еще некая травма даже всего этого. Да, кровь идет у спортсмена, как-то неудачно он совсем пропустил удар. Быстро закончился этот бой. Недоволен он собой, недоволен результатом. Но давайте по-честному, бывает все. И порой именно после поражений приходят самые яркие победы. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы знакомы с спортсменом лично, обязательно поддержите его. Именно в такие моменты и нужно поддерживать спортсменов. Тогда, когда боец на коне, поддерживают его все. Поддерживайте сейчас. Поддерживайте сейчас, когда это больше всего нужно. Ну и наше поздравление, дамы, конечно, соотечественнику. Рефери поединка Максим Протасов остановил бой через минуту и 20 секунд первого раунда. Техническим нокаутом добивание. Победу одержал Кашимура Маканфетов. Россия! Красавец, очень хороший для него бой.